И братья, субханаллах, это то есть очень часто бывает. Иногда некоторые люди даже не задумываются об этом. Некоторые братья, люди хвастаются, что когда некоторые кавказцы поехали на умру, и когда им делал, то есть полицейский или же военный, замечание, он его ударил, и говорят там, вырубил такого-то, ударил такого, положил. Я, ахи, побойся Аллаха, субханаллах. Человек, ты поехал на умру, и ты, субханаллах, из всей этой умры, все, что ты, то есть все, чем ты хвастаешься, это то, что кто-то кого-то побил. И так, не говоря о том, что этот человек для тебя работает, субханаллах. Он работает, чтобы ты на своем месте хорошо, то есть или же не мешал другому. И они говорят, он мне сказал так-сяк. То есть ладно бы, если бы мы этих людей не знали, которые вот ходят таким образом, как будто бы хорошо, то есть вся земля принадлежит им и так далее и тому подобное. И когда его человек грубо остановит, ему это не нравится, видите ли. И он доходит, то есть это до рукоприкладства и хвастается. Субханаллах, то есть вместе, в чистейшем месте ты ничего, то есть не сделал, кроме этого. И он еще хвастается. И этого человека что мы будем покрывать, будем говорить, что нет, там, подожди. Это... Нет, субханаллах, этот человек, он сам себя позорит. Он сам себя позорит, валяяту билля. Или же, субханаллах, люди, которые приезжают, то есть на умру, на хадж и так далее, когда у них спрашивают, он тебе не делится своими эмоциями о том, что вот мы вместе с миллионами мусульман были, поклонялись одному только Аллаху, субханаллах, все были вместе, в одном месте. Ой, там так грязно, ой, здесь так воняет, ой, это, валлахи, самый грязный, вонючий, это человек, который, субханаллах, вот этими вещами занимается. Рассказывает только самое скверное, самое плохое, валлаху мустан. Даже, братья, когда ваш любимый Египет, когда люди приезжают, по-разному. Некоторые возвращаются и говорят, альхамдулля, арабский язык выучил. Машалла, все пять молитв в мечети молился. У нас имам, альхамдулля, и так читал, и это читал, и так далее. Аллахумма барик. Так приятно было, столько братьев было, уроки были, все у нас было. Другой приезжает, субхана, так шумно, так грязно, так воняет везде и так далее и тому подобное. Аллахумма стан. И поэтому, братья, всегда у нас есть что? Пример чего? Пчелы и мухи. Пчелы и мухи. И каждый прекрасно понимает этот пример. Аллахумма стан. Ассаллаху алейхи ва саллям. Особенно каирские мухи.